Мне кажется, оно в этой квартире еще не цвело. Сейчас пошла чаем полить. Ну, вливать чай жалко. Такой полезный чай, то все. Цветы. А тут раз и два бутончика. Ну, фокусируйся уже. О. Сейчас уже глубоко темно. Ну, в смысле, короче, этот... Лап дрожит. Я потому что что-то немножко... Надо было слегка отдохнуть, а я что-то... Перетрудилась, в общем. Не рассчитала силы, скажем так. О, вон там еще цветочек. И даже несколько... Много бутончиков таких, да? Смотри-ка, зритель. Бутончики. Тридисканция, по-моему, это. Мне кажется, она в этой квартире первый раз цветет. Обычно вот у меня хлорофитум цвел. Почти бамбук привезла из деревни. На самом деле это этот, я забыла, как его звать. Но это не бамбук, но он выглядит практически как бамбук. Я когда малину обихаживала, то прилично там нашла. Даже выше меня. Круто. Я тут еще на камеру записала кое-что, но потом уже лучше смонтирую, а это, может, сейчас прямо залью. Тут у меня варенье есть, облепиха, хрен знает какого года жизни, мелкий, который мутировал до полосатости, разросся в этом чайнике, который без дна оказался. Крупный в отсутствии кота разросся вообще. Вон сколько стрел пускают. И тут, и вот здесь еще, и вот, и вон там две по ходу дела. А вот лаврик как-то пока не хочет оживать. Даже этот, у которого пытались некоторые оторвать вот эту лапку, цветет вполне себе. Не знаю, насчет пахнуть. Ну, короче, суть-то была чисто показать вот эту штучку. Пока, зритель.